Предлагаю вам приготовить самое простое блюдо итальянской кухни – спагетти или любая другая паста в белом соусе, то есть без ничего. Нам нужно сливочное масло, тертый пармезан и любая паста по вашему вкусу. Солим кипящую воду, кладем в нее пасту. Если это спагетти, ни в коем случае их нельзя ломать. Их надо немножечко положить, подождать, пока они согнутся, станут мягкими, и завернуть их вот таким образом. Варим, сколько написано на пачке, сливаем через дуршлаг и обратно снова кладем в кастрюлю. Кладем масло, перемешиваем все обязательно в горячей кастрюле и выкладываем. Посыпаем тертым пармезаном и подаем. Бон аппетитто!